Приветствую вас, друзья. Продолжаю дальше делать Т-72 от фирмы Мэнг. Осталось поставить на башню ящики. Так вот они получились. Хорошо выполнены. Даже видно замочки. Собрал пулемет. В пулемете в стволе даже высверлено уже готовое отверстие. Также осталось приклеить фототравление и защитные экраны на борта. Фототравление буду клеить специальным клеем для фототравления усиленным. И заодно попробуем, как он в действии. Приступим к работе. Все хорошо стыкуется. Я еще забыл сказать, смотрел видео. Ну, на видео биатлона увидел, что здесь нету запасных траков. Сымитировал штырьки или места креплений для заптраков. Вот так вот получается. Сборка, конечно, доставляет удовольствие.
Ну, сейчас попробуем приклеить фототравление новым клеем. Я еще до этого им не пользовался. Заодно протестируем. Этот клей не цинокрилатный. И я так понял, больше он подходит не для мелких деталей, а, например, когда вы делаете на авиации кокпит, большие детали им приклеивать, как панельная доска, ну или вот как решетки на бронетехнике. В отличие от цинокрилата, большую деталь она сразу не схватится, а на этом клею, а на этом клее ее можно поправить и ровно поставить какой-то промежуток времени. На цинокрилат можно сразу прихватит. Вот одно, что мне в нем не нравится сейчас, тем, что он тянется тонкими нитками. Вот. Загустевает. Посмотрим, как будет держать деталь. Вот. Да, больше, конечно, удобен приборную панель. Видите, как тянется. Подождал где-то пару минут, фототравление приклеилось, нормально держится. Посмотрим, что будет дальше. А пока приклеим экраны. Что хорошо, что каждый экран пронумерован. F2, F1, F3. И в инструкции указано, как правильно устанавливать, под каким номером такой экран. Потому что они ставятся на такие выступы. Аккуратно устанавливать.
внимательно смотреть, чтобы не перепутать. Закончил наконец-то сборку, склеил верхнюю и нижнюю часть, это я делал за кадром, на сухую приложил экраны, чтобы посмотрел, как они стыкуются, как сам танк смотрится с ними, аккуратно показываю, что могут отлететь. Катки снял уже. Теперь надо обезжирить танк, подготовить его к покраске. Осталось приклеить только передние фары, но это уже буду делать непосредственно перед покраской, после того, как обезжирю, чтобы их нечаянно не оторвать. Мне, конечно, танк очень нравится. Хорошо смотрится, модель интересная, собиралась хорошо, стыковка тоже хорошая, без проблем, как видите, без шпаклевки, все становится на свои места, и даже вот экраны на сухую хорошо держатся. Оп, снял, сейчас. То есть вы видите, что даже на сухую все хорошо стыковалось. Друзья, кому интересно, продолжайте следить за выпуском следующих серий. Уже со следующей серии начинается покраска. Подготовлю, покрашу траки, катки. Начну красить сначала с ходовой, чтобы потом поставить катки на место, поставить, приклеить боковые экраны, закрыть масками и уже буду сверху делать камуфляж. Я так подумал, покрутил модель, и я так считаю, что для меня будет проще сделать, как я задумал. Ну, спасибо, друзья, за то, что ставите лайки. Спасибо, что комментируете, помогаете советами. До новых встреч, всех благ вам и вашим близким.